ветер, тучи поднялись. И пчелы полетели, каждый в свой улей. На что можно обратить внимание? Что пчелы, отводка верхнего корпуса, летят свой. И с обножкой, как видите, вот, и с обножкой. А пчелы нижнего корпуса гнездового летят свой. Тоже с обножкой. Всем добрый день. Вот составили мы наши улья. Отводки поставили сверху. Создали такой своеобразный улей-медовик. И мне в комментариях стали задавать вопросы. А пчелы дерутся между собой? Пчелы отводка и гнезда корпуса, который внизу. Вот такой задают вопрос. И сомневаются. Говорят, что должны драться. Может, газетку нужно постелить, может, чего там еще. Так вот, я отвечаю, что в моей практике, сколько я работаю по такой системе или технологии, то драк между пчелами, отводка, которую мы поставили сверху, и нижним корпусом пчел гнезда, где молоденькая матка, там драк в этих ульях никогда не было. Вот обратите внимание. Обратите внимание. И слева, где стоял отводок, и где залетают пчелки. Ну, пчел битых. Погибших от драки нет, где бы мы ни смотрели. Здесь у нас стоял отводок. Здесь пчелы. Значит, хочу заверить, и поверьте мне, что драки между пчелами нет. На то есть причины. А причины будут такие. Почему пчелы не дерутся? Значит, пчелы, вот как летают активно, пчелы отводка, которую мы поставили. Вот я говорил, что они сначала тыкаются внизу, потому что там внизу же был литок вот этого отводка. Внизу литок был. А мы когда поставили, они привыкли уже к этому литку. Видите, активно летают, значит, пчел здесь много. А пчелы гнезда, они в свой литок летят. Значит, какие причины, почему они не дерутся? Ну, во-первых, между корпусом отводка и нижним гнездовым корпусом на двух магазинах лежит решетка разделительная. Значит, она уже является препятствием проникновению пчел сверху вниз. И пчелам снизу вверх тоже через решетку оно как является препятствием. Потом вторая причина. Стоят два магазина. Чтобы проникнуть пчелам отводка этим пчелам вниз туда, нужно преодолеть решетку, нужно преодолеть два магазина, чтобы добраться до гнездового этого корпуса. И третья причина. Все-таки в этом отводке, вот в этом отводке, там же есть, стоят рамки с расплодом. И в основном пчелы, эти вот пчелы, которые залетают в свой литок, они идут на рамки, на расплодные рамки, обсиживают их. Возможно, где-то там еще и личинки не закрытые, но должны быть, наверное, уже за это время и закрыты. Ну, будут обогревать расплод.
закрыты. Понимаете? Большая масса именно находится на этих рамках. А молоденькие пчелы, вот вышли молоденькие пчелы, они могут через решетку, они могут пройти в магазин и даже опуститься в гнездовой корпус. И пчелы гнездового корпуса, они легко их принимают. Они, эти пчелки, безобидные, их принимают, все семьи принимают, молоденькие пчелы. Значит, вот такие основные три причины, почему драк нету. Они, многие сомневаются в этом и говорят, может взять газетку, постелить на решетку там, или что-то, приспособление какое-то, чтобы драк нет. Я хочу заверить, что драк нет. Ничего ложить не нужно, сразу составлять на решетку отводок, ставить корпус отводка. И все будет хорошо, никакой трагедии не будет. Значит, второй вопрос, который задают мои подписчики. Почему не путаются? Почему не путаются пчелы литками? И почему литок нужно в противоположную сторону ставить? Может, его нужно ставить, этот литок, вот с этой стороны? В той стороне, где литок нижнего гнездового корпуса. Я вам скажу, если мы поставим литком в эту сторону, где литок нижнего корпуса, значит, пчелы будут уже путаться. Некоторые будут залетать в свой литок повыше, некоторые будут залетать ниже, тут уже драка точно будет. Вот этого делать нельзя. Значит, у нас литок был с этой стороны, отводок стоял. Вот как стоял здесь отводок. Значит, так мы и ставим литком в эту сторону. Вот тогда путаницы не будет. Пчелы будут знать свое место. Они чуть-чуть только потыкаются внизу. И они залетают в свой литок. И не залетают, они не могут залетать в литок. Он далеко расположен внизу. Они не могут путаться. Поэтому только таким образом нужно корпус ставить литком в противоположную сторону. Вот. Ну, вот этих два вопроса я объяснил. Я думаю, что уже будет моим пчеловодам уже будет более понятно с этим вопросом. И ошибок допускать уже не будете. Так что вот, что я хотел вам сказать.